Нормально. Пойдем, а вот девочка пришла в гости. Пойдем к тебе. Скажите, что здесь происходит? А? Что здесь происходит? Я сам не знаю, какая-то сборище, вот, какое-то приветствие участников открытого предварительного голосования. Ага. За кого голосуют, я не знаю. Ага. А ну вам кто-нибудь здесь понравился? Конечно, здесь такой праздник великий. А кто-нибудь из кандидатов вам понравился? Кто-нибудь знакомых кого-нибудь нашли? Нет, никого не нашли. Никого не нашли знакомых. Все незнакомые, да? Всех. Никого я не знаю здесь. Да. Ясно. Ну, спасибо. За кого голосовать будут люди, я не знаю. Нигде еще голосования нету, только готовятся к голосованию. А здесь уже голосуют. Понятно. Это, ну, что за... Это единая Россия такая. Да. Не знаете такую партию? Знаю. Знаю. Ну, мне кажется, что я не знаю, кто голосует за нее. Там вообще я никогда коммунистом не был. Но я так не жил, как сейчас живу. Я доживаю сейчас. У меня все забрали, как у инвалида, все забрали здесь. Эти бандиты здесь все. В городе Волгодонске я не знаю, что делается. Одни воры. Вы представляете, в суд пойдешь, суд никогда не выиграешь у них. Сюда. У меня забрали вот компенсацию, я как инвалид, я шахтер сам. Угу. 32 года отработал в шахте, 22 на севере, и вот попал в этот город. Я сам себе проклинаю, что я в этот город попал.